Здравствуйте! Телевизионный конкурс детского творчества «Формула успеха» продолжает искать таланты и рассказывать о самых-самых в эфире нашей программы. С вами Татьяна Шубина. В нашей стране изобразительное творчество детей вызывает невероятный интерес у людей самых разных профессий и возрастов. Создаются музеи, где детские работы хранятся как большая художественная ценность. Проходят выставки, онлайн-презентации. Да что говорить, маленьким произведениям искусства посвящают книги, статьи, телепередачи. И мы в этом плане не исключение. Конкурс «Формула успеха» уже на протяжении многих лет работает с талантливыми детьми и молодежью, помогая ребятам из Пермского края поверить в свои силы, сделать шаг к успеху и, как следствие, возможно, выбрать для себя в будущем творческую профессию. А это вполне может означать, что когда-то, совсем скоро, о сегодняшних конкурсантах «Формула успеха» мы услышим, как о вполне состоявшихся мастерах своего дела. Давайте знакомиться. Меня зовут Золотарева Виктория, мне 8 лет. Я занимаюсь рисованием в школе искусств. И думаю, я тоже рисую. Вика великолепно рисует, хорошо катается на лыжах и коньках, заботится о питомцах и помогает родителям на даче. И с таким-то набором способностей и достоинств она остается скромной и даже стеснительной. Нам задали на уроке рисовать ластиком Деда Мороза и Снегурочку, но у меня чуть-чуть не получилось. И я изобразила так, как в моих мыслях. Эта работа называется «Скорое Рождество». Вика тонко чувствует окружающий мир и способна увидеть чудо даже в повседневном. Меня вдохновило на эту тему настроение новогоднее, что кругом подарки, везде елочки красивые. А болеют за нее все, кого она любит. Семья, педагог, друзья, собака Марти и хомячок Тима. Повезло же вам с Викой. А как повезет тем, у кого она будет учителем? Он должен быть чуть-чуть добрый и чуть-чуть строгий. Такой педагог не станет делать замечания, если застанет своих учеников за игрой в морской бой. Она сама их этому научит. Там надо расставлять кораблики, и там такие шарики. Ими отмечаешь, кто попал, кто не попал. А давайте вместе загадаем, чтобы Викина работа прошла финал «Формулы успеха». И это станет для нее волшебным подарком на Рождество. Французский скульптор Огюст Роден однажды сказал: «Художник подает великий пример. Он страстно любит свою профессию, и мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека будет душа художника. Иначе говоря, когда каждый будет находить радость в своем труде». Наши, безусловно, талантливые участники с малых лет находят радость в творчестве, что дает возможность и нам окунуться в невероятно красивый мир изобразительного искусства. Мы продолжим знакомить вас с участниками конкурса детского творчества «Формула успеха» в следующей программе. До встречи!